Он зацепил тебя, учтиво говорю на вы. И без сопротивления ты уходишь с ним. Вот сучка. Зачем же горевать, когда его заполнишь? Нет, это бред. Пора признать, что этот парень, сука, сердце я. Нет, с ним не камильфон. О-о, это не любовь. О-о, с ним не камильфон. О-о, это не любовь. And I just wanna tell you. Приветствовать, но сразу хотим сказать, что у нас сегодня необычная программа. Сегодня бенефис Марины Кравец, посвященный ее дню рождения. Мы приглашаем на сцену любимого резидента Марины Кравец. Марина Кравец, под ваши аплодисменты! Добрый вечер, здравствуйте. Марина, это все тебе! Марин, с днем рождения! Спасибо. Короче, мы сегодня проведем для вас Камеди Клаб втроем. Я, Гарик и Марина. На самом деле, ребята, наверное, думают, что они мне сделали большой подарок, что вот такая честь, я теперь веду сегодня с ними, да? Мне кажется, подарок вы сделали больше себе, ребят, потому что втроем-то говорить гораздо легче, да? А, такие шуточки начались. Да, я просто посижу, подожду. Вы так хорошо смотритесь, тем более у меня есть кресло. Я просто буду здесь. Я тогда к тебе обращусь, можно? Давай. Давай, пожалуйста, без пошлости, без секса, без мата. О, камень уже не тот. Верните Харламова! Плохо начали? Плохо. Так, давайте, все. Марина здесь на сцене, аплодисменты, понеслась. Понеслась, конечно. У нас в гостях эстрадная, джазовая певица, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина, обожаемая миллионами. Лариса Александровна, здрасте! И вот этой троице в том числе. Добрый вечер. Здравствуйте. 29 марта 2021 года Лариса Долина завела свою страницу в Инстаграм, хотя раньше категорически отказывалась от аккаунтов в соцсетях. Это правда, да? Почему? Да, абсолютная правда. А зачем вам Инстаграм? Вы хотите зарабатывать 50 тысяч в неделю, не выходя с малышом из дома? Я зарабатываю деньги своим голосом, дорогой. О, и только. Вот это четко. А вот тут мои коллеги. Но, все-таки можно иногда нет-нет, да и главнее всего ставки на спор. А все другое. Я понятия не имею, о чем ты говоришь, Гарри. Ну, я просто подкидываю бизнес-идею, Максим. Хорошо, спасибо, я воспользуюсь. Лариса Александровна, есть такой факт. Вы недавно записали трек с Бурито. Да? Это шикарно. Трек с Бурито. Это же мечта Харламова. Петь с едой. Я периодически это делаю, да. Ютуб-шоу Максима Галкина «Музыкалити» Лариса Александровна раскритиковала Валю Карнавал за отсутствие образования и неумение петь. Многие представители шоу-бизнеса потом поддержали Ларису Долину, в том числе, насколько я понимаю, Лев Лещенко, а кто-то все-таки встал из неразумных на сторону Карнавал. Послушайте, мы сразу хотим сказать, мы на вашей стороне целиком и полностью. Вы все правильно сказали, не надо мириться с этим совсем, с этими, которые возомнили себя не пойми кем. Абсолютно. О, если бы здесь сидела Валя Карнавал, я боюсь, Паша бы сказал например, те же самые слова, да? Я бы сказал, те же самые слова. Правильно, Лариса вас перешпиндорила там. Правильно. А давайте возьмем Моргенштерна, завернем его в газету, подожжем и подложим Вале Карнавал. Ты ее хочешь проучить? Под дверь. Или контент ей подарить, Харик. Тут, конечно, тонкости, поэтому аккуратнее. Что нового? Может быть, что-то мы не знаем, что-то утаивает интернет, может быть, какой-то невероятный концерт готовится. Да, я отыграла премьеру в театре на Таганке. В музыкальном триллере «Суини Тодд». Я сыграла главную женскую роль, миссис Лавет. Ух, друзья. Классно. А этот спектакль еще идет, на него можно сходить? А это с Джонни Деппом, да? Это фильм с Джонни Деппом, совершенно верно, да. Вот приглашаю всех 10, 11 и 12 августа в театр на Таганку. Так, все идем. Спасибо. Я с удовольствием. Ребят, в августе меня нет. Я иду на спектакль с Ларисой и Джонни Деппом. Договорились. Во, отлично. И подпишись на Долину в Инстаграм. Обязательно. Обещаешь? Обязательно. Этот вот слабый фолловер, который там будет, это я. Это я. Договорились. Я всегда к тебе говорю, что ты слабый фолловер. Это и жена ему говорит. Ладно, давайте ехать дальше. У нас в гостях замечательные люди еще. За кулисы уйдем, я вас обоих отфоловлю. Друзья, у нас в гостях Филипп Киркоров и Маруф. О, боже мой! Сегодня у Филиппа Петровича день рождения! Ровно 170 лет! Ладно, кого мы обманываем? Просто 70 лет! Даже неплохо. Вот вопрос сразу. Да. Вот не про камеди, не про... Филипп, ты сидишь в жюри «Маска», шоу «Маска». Да. Там же сидит Александр Рева. Да. Он считает себя самым красивым человеком на земле. А вот я хотел спросить, думаешь ли ты, что он шизофреник? Ну, ты понимаешь, шизофрения, в моем понимании, это когда говоришь о себе в третьем лице. Вот, но он, бывает у него такое, я замечала в пару интервью, если честно. У Александра? Ну да. Да? Саша, это правда? Я просто фанатка его. А Саша вам ответил, я вас прошу о нем не говорить. В третьем лице. Для меня это друг, в первую очередь. Очень хороший друг. Мы дружим с семьями, мы ходим друг к другу на праздники. Вы знаете, вы даже оба сегодня пришли на один праздник, который мы здесь сегодня отмечаем. Дело в том, что мы с Филиппом Бедросовичем, ну как минимум, да, знакомы с шоу «Маска». Так получилось, что он отправил моего персонажа домой чуть раньше, чем персонаж планировал. А, он выгнал тебя из «Маски»? Ну да. И сегодня Филипп Бедросович пришел со своим днем рождения на мой день рождения. И как это понимать? И что я вам сделал? Филипп, это расценивать как бесплатный корпорат от Филиппа Киркорова. Смотри, так обычно очень дорого стоит. Тогда пусть работает, чего он сидит? Кстати, кто не знает, Филипп Киркоров был на самой первой вечеринке, когда еще Камеди Клаб только планировался. Он даже не был ни в телевидении, нигде. В маленьком барчике. И первый, кто пришел, был Филипп Киркоров. Это правда абсолютно. А у меня чуйка, меня, знаешь, вот чутье. Она меня единственный раз подвела, когда я слил Марину Кравец с проекта «Маска» второй сезон. Ну это не камедь, это пофиг. Смотрите. А вообще, я помню прекрасно. Я твой должник. Я твой должник. Это, пожалуй, мой единственный прокол. А так чуйка меня не подвела. Тогда много лет, это было почти 20 лет назад, да? Я не помню. Ты, кстати, досидел до конца. Единственный, потому что пришел ты и группа «Отпетые мошенники». Они встали после первой шутки Воли и ушли из шоу-бизнеса. И где они сейчас? Так, стоп. Фраза «встали», «встала и ушла». Авторские. Конечно. Я понял. «Встала и ушла». Можешь просто ударить Марину в живот ногой, и мы поедем дальше. Хочу сказать, что Филипп, ты суперзвезда, мы все выросли на твоих песнях. Ну и правда, хватит уже петь, я задолбался расти. 23 апреля у Маруф вышел новый трек и клип с румынским диджеем Сикатой, прости господи. Что? Ничего не говори, Карла. Я не могу держаться. Называется Call 911. Подожди, у тебя выходит клип с Сикатой? Да. Вот новости в стране, ребята. У Маруф вышел клип с Сикатой. У меня камень с Сикатой вышел, никто ничего не говорит. А вот спустя неделю вышла с Филиппом Киркоровым. Это лучше звучит, чем с Сикатой. Но вообще это странно, что вот все мои самые главные дуэты, они с девушками, женщинами, которые начинаются на «А». Мне когда-то Ванга наговорила, когда я был маленький, что эти женщины в моей жизни играют какую-то главную принципиальную роль. Все на «А»? Все на «А». Давайте. Маруф в миру. Анна. Анни Лорак, Анни Лорак. Анна Нетребко, Анна Нетребко. Алла Пугачева, это Алла святое. Пугачева. Да. И сейчас где-то Алена Апина. Ну когда? Анастасия Стоцкая, пожалуйста. Опять-таки, да? Распутину забыли. Она тоже в быту Алла. Маша Распутина в миру, Алла Агеева. То есть ты понимаешь, что происходит? Кто Алла в миру? Маша Распутина, Алла. Кто не знал, что Маша Распутина Алла? Нет, ну, ребята, все знали, весь зал знал. Мы отбирали людей. Нет, вы все знали? У входа спрашивали. Маша Распутина кто? Алла, заходи, давай. Нет, ребят, подожди. Это как по цирку сдать, не сдать. Ну, понятно, артисты знали, но зритель-то не знал. Я сейчас, ты знал, что Андрей Макаревич Артем? У нее еще и фамилия Агеева, прикинь. Вы серьезно сейчас? Да. Слушай, ну она тебе в мамы годится, что ж ты делаешь? Она моя мать. Я же Гарик Агеев. Гарик Агеев. А? Это все, Агеев, это все. Агеев не будет. Давайте дальше. Геев не будет. Ты сейчас так от души удивился. Я так... Что геев не будет? Как не будет? Как не будет? Мы же в Москве. Куда делись все? Куда без них вообще? Где Евровидение? А ты же еще на Евровидение везешь какую-то молдавскую певицу, да? Не какую-то, она, кстати, хорошая девочка. Наталья Гордеева. Мы тебе хотим сказать спасибо за то, что ты наших не трогаешь. Спасибо. Как-то не трогаю. Может, он и трогает, просто не везет. Может быть, ты трогаешь, но не везешь. Спасибо, что трогаешь, но не везешь. Как это? Я Агеева не трогаю, а Билана трогал. Лазарева трогал. Куда мы пришли? На Камеди Клаб мы пришли. Это какой-то фонтан всегда. Просто. Филипп Киркоров, аплодисменты. Браво! Класс! Браво! У нас в гостях официально лучший в мире фотограф дикой природы Сергей Горшков. Вы сейчас просто офигеете, кто это. Сергей, дважды фотограф года в России, восьмикратный лауреат конкурса BBC. В 2020 году Сергей стал первым россиянином, который выиграл конкурс на звание фотограф года BBC Wildlife Photographer of the Year. Да? Так точно. Ребята, BBC наш! Строим мост! Послушайте, вы просто не понимаете, кто это. Да, нам надо показать несколько фотографий. Угу. Фотография, за которую вы получили, по-моему, все премии, которые возможны. Посмотрите, человек сфотографировал медведя. Посмотрите. Под водой. Ого. На расстоянии вытянутой руки. Посмотрите, это же харлашка купается. Посмотрите. А как вы сделали этот снимок? Честно говоря... Это не я. Нет, это я. Просто тогда мозгов не было. Как вы дождались, когда медведь, у него банный день. Я расскажу историю. Нет, подождите, я вам расскажу историю. Как это возможно? Вот вы же, сколько вы времени ждали, пока он помоется? Это же медведь, он же... Так, сегодня четверг, пойду-ка исполосну эти. Ну, то есть... И тут вы, стой! Это ж близко. Гарик, это расстояние вытянутой руки. А кто первый вышел из воды? Вот обратно, когда вот сессия закончилась. Вышли все как бы, но один вышел мокрый, а второй очень мокрый. Но вы мокрые были и до того, как в воду вошли, я так понимаю, поняв, что будете снимать медведя, да? Снималась на Камчатке, на Курильском озере, и температура воды где-то 4-6 градусов, так, чтобы понимали. 4-6? Вы просто крейзи. Чтобы снять этот снимок, я потратил порядка месяца, находясь в ледяной воде. Месяца? Вы месяц были в холодной воде? У вас дети уже есть или... Ну, на то время уже были и больше не надо. Ну и хорошо, ну и ладно. Но они обратно форму приняли уже? Ну, находить тяжело было. Ну, потому что, извините, это месяц там находить. Ну, слушайте, если бы мне сказали, иди сфоткай медведя, я бы сжался до воды. Скорее всего, это была бы моя вода. Послушайте, есть сумасшедшая фотография тигра. Покажите, пожалуйста, покажите. Да. Фото с тигром. Смотрите, Сергея Горшкова. Что это вообще такое, чудеса. Вообще, да? А что он делает здесь? Ну, чтобы было понятно, это меточное дерево. То есть животные подходят к этому дереву, обычно доминантные самцы как бы подходят, метят это дерево, приходят самки, понимают, что здесь был самец, он достоин, и находят друг друга. Ну, примерно то же самое, как отель «Парус» в Дубаях. Ага. Меточное дерево, как бы, это, грубо говоря, таежный Инстаграм. Имеется в виду, что вот на тигра кто-то подписан у них там в лесу? Ну да, они подходят, псыкают и уходят. Нет, имеется в виду, что в Инстаграме тоже бывают деревья. Ну у нас и в российском Инстаграме большинство подписано на бревно. Ты имеешь в виду Хабиба? Почему Бузову? У Хабиба больше всего подписчиков. Ребята, подпишитесь, пожалуйста, умоляю вас, перепишитесь, пожалуйста, на Бузову. Ну, иначе мне капсда. Сергей, ваша работа требует огромной выдержки. Вот самый долгий промежуток времени, который вы провели за фотоохотой, прям ждали, лось идет, не идет, не идет. Но сколько вы ждали? Я как бы первый раз заметил это дерево 14 января, а снял только 19 ноября. Подождите, Сергей, то есть вы 9 месяцев провели в лесу. Вы, ну вот скажите честно, вы вот сразу понимаете, когда вас кто-то ест? Ты думаешь, что я снимал это там, был там? А где вы были? Я пил пиво. Все просто. Это сняла скрытая камера, которую я установил 14 января. Так. А тигрица пришла только 19 ноября. У меня так с первой женой было, так? Ага. Вот и все, как бы. Все думают, что я там сидел. На самом деле, съемка скрытыми камерами — это уже вершина мастерства. Нужно предвидеть, предугадать и понять, где и когда пройдет животное. То есть вы знаете, как пойдет тигр, куда он пойдет? В этом все искусство. Нужно найти это место, как он пойдет, как он себя поведет, куда посмотрит, установить там камеру. Камеры, сколько они стоят? Сколько вы расставляете их? Я поставил там 100 камер, ну, примерно там по $300. И потом, когда... Вы поставили 100 камер по $300, то есть на $30 тысяч. Вы поставили камер, чтобы понять, куда они ходят? Да, куда они ходят. Потом, когда я понял, куда они ходят, я поставил камеру подороже, за $10. Что? Подожди, то есть, когда вы поняли, это куда... камер за $10 на лям? Фильм BBC «Замороженная планета» стоил $47 миллионов. $47 миллионов? Да, Паш, ты не тем занимаешься. Вообще не тем занимаемся, реально. Знаете же, что? Вот тут вот камеры поставили по кругу армяне, а мы тигры, которые об дерево трутся. А так и есть. Которые просто не понимают, в чем дело. Они говорят, смотри, мы знаем, как они ходят. Тут вот все просто, вот сюда примитивные ловушки поставим просто. И все. Слушайте, можно мы вам просто поаплодируем? Нет, вы человек, который просто какой-то уникальный. К нам такие люди никогда не приходили. Как здорово, что вы этим занимаетесь. Просто. Это Марина Кравец. Это Марина Кравец. Понесла! Мы хотим поздравить Марину с днем рождения! Все резиденты на сцену! Мариночка, мы тебя поздравляем с твоим бенефисом, поздравляем тебя с днем рождения. Конечно же, мы понимаем, что ты, как любая девушка, не хотела, чтобы мы оглашали твой возраст, поэтому мы просто тебя поздравляем и хотим подарить тебе этот замечательный, прекрасный, уникальный торт. Марин, с днем рождения. Спасибо большое. Мне очень приятно. Ну, если честно, никто мне так вот прям приятно прилюдно не делал. Просто, ну ладно. Правда, спасибо. Ну, правда, Марин, мы очень рады, что тебе понравилось, это замечательно. Но это даже не просто торт. Это не просто торт. Это торт такой же красивый, яркий, привлекательный, как ты. Также весит 65 килограмм, ровно так же, как ты, Марин. Слушайте, на самом деле я даже не думала, что вы еще можете приятнее, да, вот сделать, чем уже как-то, правда, отдельное вам спасибо. Вы вот прям взяли все, что женщина хочет услышать, да, в свой день рождения и выдали это в зрительный зал, в страну. Спасибо, спасибо. Это же на самом деле, нет, серьезно, это какой надо мозг иметь для того, чтобы все вот это придумать. Хотя то, что у вас один мозг на 16 человек, я давно заметила. Да. Молодец, Марина, на самом деле, 37 не такой уж прям серьезный возраст, Марина. Все хорошо. С одной стороны, когда это почти 40, но с другой стороны, это сильно за 30, Марина. Да и, Марин, ну 65 килограмм в твоем возрасте, ну это ни о чем. Знаешь, Антон, очень символично, что человек с твоим чувством юмора и твоей харизмой говорит фразу «вообще ни о чем». Марин, мы же все понимаем, что все это на самом деле шутки и правда. Мы тебя поздравляем, Марин, поздравляем. Ты самая лучшая девушка из всех девушек в Камеди Клабе. Ты одна. Ну, если честно, мне действительно очень приятно. Прям до слез. Знаете, мне даже немножко неловко, что вот столь хорошие слова звучат сегодня только в мой адрес. Потому что на самом деле, вы знаете, мне тоже есть что вам сказать. Я хочу сказать спасибо ответное каждому из вас. Тимур Батрутдинов, когда-то ты мне помог адаптироваться в коллективе. Я помню, это был первый мой день в Камеди Клаб. Подошел Тимур, попросил показать грудь. Показал грудь, ушел. И вы знаете, я подумала, если такой человек в Камеди Клаб успешен, то, наверное, и я смогу, а? А Женька Синяков. Женька Синяков снимается уже 5 лет в Камеди Клаб. Боже мой, Женя, да тебя уже начали узнавать все. И мама, и папа. Ну здорово же. Гарик. Где Гарик? Гарик. Слушай, знаешь, я вот не хочу ни слова говорить о твоих разводах. Я знаю, что это, ну, правда, тема довольно острая, обидная. Я, наверное, скажу что-нибудь нейтральное. Ты жирный и очень плохо видишь. Спасибо, хорошо. Демис, Демис, дорогой, мой любимый сценический муж. Ты мой золотой талантище. Бомба! А не мужчина. Просто фантастика. У тебя фантастический актерский талант. То, как ты прекрасно перевоплощаешься из себя настоящего в харизматичного мужчину, это же просто супер. Браво! Браво таланту! Браво гению! Паш, да, ну а ты всегда такой харизматичный, доминирующий, властный. Прям как твоя жена дома над тобой. Спасибо, Марина. Марина, я люблю тебя. Ой, спасибо. Ну а если серьезно, если вот совсем без шуток, я безумно люблю людей, с которыми работаю. Я безумно люблю Камеди Клаб. Так сложилось, что я здесь одна девушка. Вы знаете, я просто счастлива. С тех пор, как я оказалась здесь, моя жизнь круто преобразилась. Я вышла замуж. Я стала мамой. И я хочу сказать каждому из вас спасибо огромное за то, что вы не имеете к этому никакого отношения. Спасибо. Дамы и господа, сегодняшний Камеди полностью посвящен ей. С днем рождения! Спасибо. Марина, с днем рождения! Неподражаемая, великолепная, потрясающая, обворожительная, 37-летняя, 65-килограммовая женщина Марина Леонидовна Кравец! Перенесемся на легендарное шоу. Под ваши аплодисменты. Дамы и господа, я напоминаю, это шоу «Маска». Шоу, где нужно угадать звезду, которая скрывается под маской. Ну а прямо сейчас давайте поприветствуем победителя шоу «Маска». Последнего участника суперфинала. Непревзойденного, великолепного, неподражаемого Павлина! Она убежала от нелепой суеты. Ни капли стеснения с приходом темноты. Страсть, страсть над ней имеет власть. Все громче звуки понеслась. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини. Под песней синий иней, она так чувствует себя богиней. Это был Павлин! И сейчас мы наконец-то узнаем, кто же весь сезон был под маской Павлина. Да уж, давайте узнаем. Я задолбался в этом костюме жить полгода. Я из него как из ванны вылезаю, весь сморщенный. Я напоминаю, что 2 первых сезона в жюри сидел Филипп Киркоров. В этом сезоне его в жюри нет. Никто не знает почему, но есть ощущение, что дух Филиппа незримо присутствует на нашем проекте. Конечно, дух присутствует. Я же говорю, жарко в этом костюме. Ну что, дорогие друзья, я представляю жюри нашего шоу. Александр Рева. Марина Кравец. Гарик Харламов. И что же нам скажет наше уважаемое жюри и Александр Рева? Ну, честно говоря, можно я начну, да? У меня просто вообще, ни одной зацепки. Я честно, я не могу представить, кто может быть там. В смысле, Гарик? Ты вообще нормальный? Ну, подумай, ну. Ну, может быть, Егор Крид? Какой Егор Крид? Ты ошибся на 1,5 метра. Саша, ну ты скажи хотя бы, ну. У меня вообще ни одной идеи. Это в твоих песнях и фильмах никакой идеи. Саша, угадывай, кто под маской, ну? Угадывай меня, меня угадывай. Послушайте, а вдруг это король эстрады? Да, Мариночка. Неподражаемый. Ну, конечно же. Неповторимый. Ну, конечно, потому что все остальные пыль. Николай Басков! Дура ты тупая! Какой Басков? Это я, король. Так, подождите, стойте, подождите. Он же сказал, что когда выходит из костюма, вылезает, да. он весь сморщенный. Да. Может, это Батрутдинов? В шоу «Маска» участвуют только звезды. Причем тут Батруха твой? Давайте, быстрее, отгадывайте. У меня через час 14 концертов в Кремле. Так, вообще это было замечательное выступление в этом замечательном шоу, на этом замечательном канале, в этой замечательной стране. Я уверен, что под этой замечательной маской мой замечательный друг. Быстрее, Саша, я потею. Скорее всего, это Доминик Джокер. Какой Доминик Джокер? Где ты видел на трассе 11 фур с надписью «Я Доминик Джокер»? Слушайте, это какой-то очень невыразительный артист. Что-то невнятное, согласна. Может, это какой-то абсолютно стандартный. Может быть, это вообще женщина. Женщины — это те, кому ты свое имущество раздаешь, тупица. Так. Может быть, это звезда 90-х? Нулевых. Это звезда нулевых, точно, абсолютно. А мне кажется, это звезда 2010-х. Да, это все я. Вы все трое правы. Ну, Мариночка, ну скажи, кто я, и я отправлю тебя на Евровидение. Так, вот подсказка, да, зацепка? Да. Этот человек, значит, как-то связан с Евровидением. Евровидение, кто? Может, это Петр Налич? Это ты, Петр Налич! Как ты вообще вспомнила? Жена Петра Налича не помнит Петра Налича. Может, ты жена Петра Налича, а? Я не знаю, какой-то пресный артист под этой маской. Не уровень финала такого замечательного шоу «Маск». Вы что, издеваетесь? Какие еще подсказки вам дать? Да я единственный, кто выступает здесь в своей одежде. Пижаму надел и пришел. Я не понимаю, но все равно, непонятно, Ну, я не знаю, кто. Слушай, ну мне Гудков клип снимал, ну. Не, ну это может вообще кто угодно, от Лободы до робота-пылесоса. Уважаемые жюри, я жду от каждого из вас финальную версию. Кто скрывается под маской павлина? Я долго думала, и мне кажется, что это певец старой школы, кумир многих женщин. Игорь Николаев! Игорь Николаев! Точно! Хорошая версия. Ну, конечно. Я сдаюсь. Я не буду бороться. Ну, точно Игорь Николаев, ну. Александр, ваша финальная версия. А учитывая, что все довольно-таки среднее, это Сергей Лазарев. Гори в аду, бездарная бабка. Гарик, мы ждем от вас финальную версию, кто скрывается под маской павлина. Я знаю. Ну, это... Не томи, ну давай, ну Гарик. Ребята, внимание, это Таня Буланова. Гарик, ты придурок! Протри очки свои жирные! Уважаемый павлин, сейчас мы увидим твое истинное лицо. И все вместе. Маску! 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 Ну вот, увидели? Ой, боже! Я угадала, это же Игорь Николаев. Игорь! Вы что, все долбанулись тут совсем, что ли? Ну, правда, Марин, ну какой это Игорь Николаев? Это Сережа Лазарев. Да ну... Гарик, ну ты хоть не тупи. Ну что мне сказать, Татьяна Ивановна. Какая Татьяна Ивановна? Ну какая, Булановой. Я Бедросович. А что, Буланова Бедросович? Да не была. Все, вы все идиоты. Отвратительные, никчемные, мерзкие. Цвет настроения теперь коричневый. Все, где моя фура? У меня давление, мне надо лечь. А лечь я могу только фуру. Ну, Николай всегда вот такой. Ну, вот это невозможно. Слушай, ну это невозможно. Я вообще думал, что это Кириленко. Ну, на самом деле уже пришло время, наверное, объяснить, что здесь вообще произошло. Конечно же, я Филиппа троллила, да, но у меня есть для этого моральное право. Ну, я участвовала в шоу «Маска», и он не дал солнышку пройти дальше, оставил единорожку. Поэтому я подшутила над Филиппом Бедросовичем. Саш, почему троллил Киркорова ты? Я его троллил, потому что когда мы сидели с ним в жюри, он не давал мне раскрыться, не давал мне слова, он постоянно перебивал, тянул одеяло на себя. Гарик, а почему троллил ты Киркорова? Что, прям честно сказать? Ну да, конечно. Мы же сказали с Сашей. Прям как на духу. Ну? Но я честно думал, что это Буланова. Абсолютно. Сегодня у Филиппа Бедросовича день рождения. Давайте поздравим Филиппа Бедросовича с этим прекрасным праздником. Именно сегодня! Филипп Бедросович, вернитесь к нам! Филипп Киркоров! С днем рождения! С днем рождения! Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Добрый вечер! Добрый вечер! Друзья, человечество придумало для женщин все. Шоколадное обертывание, щипчики для бровей, маленьких собак. Щипчики для бровей для маленьких собак. Единственное, чего нет, это радио. И сейчас мы вам покажем первое в мире женское радио. Женское радио. Зато губы накрасила. Всем привет, с вами Марина Красовская и мои три некрасивые подружки. Если все люди как люди, а ты королева. Если ты одновременно ведешь и машину, и прямой эфир в Инстаграм. Если ты сидишь на диете и все равно толстая. Настройся на нашу волну 90, 60, 90 FM. На женском радио рубрика «Учимся понимать мужчин». Итак, переводчик с мужского на женский. Ой. Дорогая, ну, конечно, я тебе помогу, только чуть позже. Ага. Дорогая, и я тебя тоже люблю. Ну так. Ты выглядишь шикарно, и это платье мы тоже берем. Любимая, я надела эти трусы на голову, чтобы ты оторвалась от стирки и просто улыбнулась. Ужин был прекрасен. Особенно десерт. Это была рубрика «Учимся понимать мужчин». Далее песня. Не пью, спасибо, я не пью, спасибо. Нет-нет, ну что вы, я не пью. Нет, спасибо, нет, я пить не буду. Мне и так нормально, пить не буду. Ну ладно, от глоточечка вина не откажусь. И уносят меня, и сажают свой черный каен. Три черных коня, эх, три черных коня. Ашот, арарат, ярмен. Другие женские радиостанции вещают за деньги, а мы не такая. Женское радио. Песня на женском радио. Маленький домик, русская печка, стол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек в доме орава. Все это нахрен. Я на Канары. Если ваш мужчина Не купил вам последний iPhone, значит, он у вас не последний. Новости на женском радио. На днях Москву планируют посетить с визитом Роберт Паттинсон. Влажность воздуха повысится до 100%. Канье Уэст развелся с Ким Кардашьян с фразой «Это не женщина, это какая-то жопа». А у нас в студии женского радио 2 бутылочки апероля. Это значит, что совсем скоро будет рубрика «Звоним бывшему». А пока очередной хит на женском радио. Травяная ванна, пилинг и покраска. Каждым утром фитнес, каждый вечер маска. И что? 40 все равно. 40 лет это сволочь. 40 лет это сука. Реклама на женском радио. Надоели однообразные фотокарточки в Инстаграм? Клиника пластической хирургии «Эстетик Плюс». Трансплантация рабочей стороны на нерабочую. Переходи на другую сторону. Как дела? Как дела? Все нормально. Родила. Женское радио. А спонсор нашего радио Сергей Олегович. Сергей Олегович, спасибо за все. А у нас песня. Как же мне не веселиться, повода для грусти нет. Ведь на мне хотят жениться все мужчины разных лет. Хоть я толстая и злая, хрюкаю, когда смеюсь. Хоть на правую хромаю, но есть очевидный плюс. Папа, прокурор мой папа, прокурор мой папа, прокурор мой папа. Женское радио. Нашу волну трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Песня на женском радио. Мужу мозг я выносила лет примерно 5. И теперь вместо рублевки трасса Е95. Реклама на женском радио. Тебя намогался известный продюсер. Знаменитый актер предлагал заняться с ним сексом у него в гримерке. Везет тебе. Песня на женском радио. 2 часа лежала в ванной, 3 часа сушила челку, офигела красить ногти на руках и на ногах, задолбалась делать брови и читать в инсте про скидки, и на фотке ставить фильтры, стричь концы на волосах. И 2 часа сидела я в огуречной маске, и с ног я удаляла покров волосяной. А ты такой голодный, приперся, блин, с работы. Ага, сейчас все брошу, чтоб пострадать. Сейчас в гостях на женском радио, друзья, яркая, замечательная, талантливая актриса, шоу-вумен Екатерина Варнава. Которая, к сожалению, не смогла прийти к нам сегодня на женское радио. Спасибо. Это было женское радио. Мы вещаем из Москвы. Хотелось бы с Мальдив. Женское радио. На этом у нас... Ой, все. Пока-пока. Журат Мадуа, Марина Кравец, Андрей Аверин и Дмитрий Саратин. Спасибо! Спасибо! Завидуешь чему-то успеху? У тебя может быть такой же. Вклад в ваш успех от Газпромбанка – это возможность открытия онлайн. Это до 6% годовых. Это Газпромбанк. Газпромбанк лучше создается вместе. Мариночка, у тебя сегодня день рождения. Мы тебя всем Камеди Клабом, да что там, всей страной поздравляем с этим твоим праздником. Спасибо. Ты наша звездочка, мы тебя очень любим. И в конце этого прекрасного праздника мы хотим тебе исполнить песню, которую написали специально для тебя. Сами? Песня про Марину. волшебным сиянием вдруг все вокруг озарило. Сначала подумал солнце, а нет, это ты, Марина. Словно спустился ангел и красотою небесной в наши мужские губы вдохнул слова этой песни. Когда ты стоишь со мной рядом, внутри меня что-то греет. Ты как электростельки, ты как зимой батарея. Глаза у тебя как озера, зубы жемчужные звезды, волосы словно реки, а ноги прямые как сосны. Кисти, как кисти рябины, как хлеба колосятся брови. Твои губы, как алые маки, как алые — это два слова. Ноздри твои, как пещеры, где живут крылатые кони. Каждый раз, когда ты чихаешь, они улетают на волю. Мы с тобой никогда не сравнимся, это ясно без разговоров. Ты Киркоров в хорошем смысле, а мы в плохом смысле Киркоров. Поднимите, пожалуйста, руки, если в зале еще есть Марины. Охрана, убейте их нафиг! Пусть одна будет в мире Марина. Я уверен, со мной согласятся все женатики нашей страны. Похлопайте, кто представляет Марину вместо своей жены. Таких, как ты, о, Марина, поэты зовут своей музою. Знаю, захейтят меня в комментариях, но ты лучше, чем Ольга Бузова. Уникальным актерским талантом тебя наделила природа, и наши совместные номера – надежный источник дохода. Здрасте, мы не знакомы. Запомни, я Костя Бутусов, Костя как Костя Меладзе, Бутусов как из Наутилуса. Марина! 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 Ребята, стоп, остановите праздник. Посмотрите, какое я видео нашел. Послушайте, что она говорит. Женщина в юморе, девушка-женщина должна оставаться в юморе. Вот, если она выбрала уже, да, этот путь, она должна оставаться женственной. Она все равно должна следить за тем, что и как она говорит. И, безусловно, она не должна опускаться до уровня определенных шуток из, ну, Камеди Клаб, как бы это ни банально звучало. Что? Да я тебе гладил платье, знаешь? Ребята, да это даже все другого канала. Да вы чего, это 600 лет назад был-то, ну? Не опустится она на уровень Камеди Клаб. Виси там дальше, до 38. Да, ребята, ну вернитесь, пожалуйста, ну. Дорогие друзья, это был Камеди Клаб. До свидания, до следующей пятницы. Всего хорошего. Пока. Пока, Марина, пока. Всего хорошего, удачи. Мальчики, мальчики, я вас люблю, вернитесь, пожалуйста. Друзья, ну куда вы, зрители-то? Я же вам нравилась в номерах, ну вы чего? А кто-то может меня спустить? Ой, это... Ну что вы свет-то выключаете? Мне же совсем сейчас страшно будет. Ой. Ребята, вы чего? Это мои деньги, женщина. Давайте так, я вам их, а вы меня вниз. Это был бенефис Марины Кравец, посвященный ее 65-летию.